это, я считаю, что такой огромный глобальный орган управления нашего народа, на решение нашего народа, что судьбоносные решения, которые будут приняты сегодня, должны быть обязательно реализованы. И мы, как люди, должны каждый со своей стороны предпринять какие-то действия для того, чтобы это было воплотилось в жизнь. Вот так. Как вы видите Беларусь в дальнейшем будущем? Вы ее увидели из космоса. Да. Она очень красивая, масштабная, и я хочу, чтобы мы процветали так же, как мы сейчас процветаем, и продолжать вот это вот нести, вот этот вклад, который наш президент нам вот, в наши сердца вдал, да, то есть мы должны это продолжать. Я немножко волнуюсь. ВНС — это глобальное судьбоносное решение, которое принято нашим народом. Спасибо. Реабилитация, конечно, прошла не так, как планировалось, но ничего. Мы приходим в себя, и сегодняшнее событие, оно очень такое эмоциональное и значимое для нас. И оно приносит только больше сил.